Друзья, вот сегодня я нахожусь здесь в ресторанчике. Последний мой завтрак. Я вам постараюсь показать чуть-чуть. Но хочу сказать, что завтрак, он, в принципе, по сегодняшнему курсу не дешевый. Стоит $10. Но, тем не менее, он хороший. Все здесь есть. Все хорошо обслуживается. Все на хорошей террасе. И очень приятно провести здесь часик времени. Причем все это находится в тени. Солнце находится где-то там сзади. Перед тобой только океан. Я вам сейчас покажу, что предлагает этот ресторан, пока нет народа. Ну, во-первых, бутилированная водичка, во-вторых, соки. Вот, пожалуйста, соки. Дальше. Вот различные здесь мюсли. Мюсли. Йогурт. Пожалуйста. Молочко. Там в холодильнике у нее фрукты. Фрукты, пожалуйста, там весь наборчик. Здесь вот сосиски куриные. Здесь жареные бананы. Вот. Здесь у нас фасоль. Здесь у нас салат. Салат. Так. Здесь у нас масло, ореховое масло, повидло, пожалуйста. Здесь у нас тоже какие-то штучки непонятные. Здесь идет всякая сладость для кофе, чая, пироженки. Пироженки, какие пироженки? Такие пироженки. Ну и здесь хлеб. Хлеб здесь спайс. Спайс. Тостер. Тостер. Кофе. Черный. Хот милк. Хот вота. Спонс. Ушуга, ти, все, что надо. А здесь у нас гранд-шеф. 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 Вот он. Мастер. Мастер. Мастер-шеф. Мастер-шеф. И такой вот ресепшн. Ресепшн. Вот.
Leg with breakfast of 10 a.m. Thank you. So, такая лодочка. И здесь прямо можно понаблюдать, как набегают морские волны. Посмотрите. Друзья, ну вот один из вариантов завтрака здесь в отеле. Сегодня последний денечек, я уезжаю. Но они все время фантазируют, все разные. Ну вот сегодня, например, омлетик, сосиски куриные, вот, там булочки всякие, кофе, конечно, с молоком, без молока. И овощи. Ну и там гарниры всякие, конечно. И фасоль, и бананчики вот жареные. Вот, в принципе, все есть. Есть йогурты, есть мюсли. В общем, все, что пожелает, все, чего пожелает ваша душа. Мне, например, завтраки понравились. И организовано хорошо, и чистота. Единственное, что вот тут летают эти такие птицы, вороны, они садятся и все стараются украсть. Коротаю время, жду трансфер. Позавтракал, сегодня улетаю в 17 часов на Аддис-Абебу. Там будет стыковка и дальше на Домодедово. Вот такая погодка. Уезжаю, уезжать не хочется. Очень классная погода. Очень классное место, классный отдых. Океан уходит, начинается отлив. Уже первые женщины вон там уже собирают свои ракушки, ходят, видите, вот там вдалеке. Океан постепенно уходит, посмотрите, что я покажу ровно через час, что здесь будет. Но сейчас немножечко обнажается дно, видите? Совсем немного. Попозже будет другая картина. Посмотрите, сейчас просматривается соседний остров. Вот там, вдалеке. Во время отлива он просматривается. Что-то Дима здесь натворил вкусное. Вот твой телефон звонит. Че? Твой телефон, который мы набирали. А я уже с ней разговаривал. Да. Да, она по-русски говорит. Алло. В 13 часов она сказала. Трансфер. My guest today wants. Алло, Хабари. Хабари. Зима. My guest today asked about transfer from Aman Bungal, which time. Дима, что? Дима предлагал остро, я говорю, только сладкое употребляю. Ну сейчас попробую. Но. Алло. Орешки. Друзья, сейчас я вам покажу, как работает мастер,
над своими картинами. Нет мастера? Я хотел видео мастера. Смотрите, какая красота. Вот такая фантазия на тему слоны и Килиманджаро. Хотя и другие картины у него интересны. Да, это спасибо. Una huge space. I'm saying there's a huge space. Вот сейчас он начинает работу над своей новой картиной. Вот, смотрите. Как он начинает работать. What is this for? What is this? This? No, this one. Вот. И скоро появится вот такая прекрасная картина, как вот эта. Евгений Travels. Кокосик, друзья, всегда хорошо. Холодный. Thank you.